Народився 19 лютого 1956 року в Челябінську. Російський композитор, поет, виконавець та актор. Написав багато яскравих пісень, а одна з них, як здорово, що всі ми здесь сьогодні зібрались, вважається гімном бардівського руху. Одружений, має чотирьох дітей. Олег, добрий день. Я очень рад, что мы сегодня с вами встречаемся уже второй раз. А я ни одного практически вашего концерта не пропускаю много лет, поэтому не второе в разы больше. Вы знаете, я честно признаюсь, иногда, чтобы собеседника как-то расположить, приходится ему вначале сказать, как я его люблю, уважаю. И иногда приходится кривить душой. Я первый раз в этом признаюсь. Вам не кривя душой, я скажу, я вас очень люблю. Потому что вы создаете замечательные песни. Так это вырежут. И ремесленник так никогда э, не сложит стихи и музыку. Это вдохновение, я это прекрасно понимаю. Вы э, уникальны по своему. Я очень хочу, чтобы те, кто нас смотрит, прониклись этим моим уважением к вам. Знаете, я э, в 90-е, в середине 90-х несколько раз бывал в вашем родном Челябинске, который произвел на меня тогда очень мрачное впечатление: серые дома, серая жизнь, серое небо. Вас в родной Челябинск тянет? Конечно, а как? Я... я не могу в каждом интервью называть другой город, в котором я родился. Я всегда говорю, что я родился в Челябинске, потому что это так. И, собственно говоря, так как я до 30 лет прожил, и все самые яркие впечатления от детства и юности, они все там. И я туда как в заповедник попадаю, правда? Печально, вот я последний раз был там в Ленинском районе, это какой-то ужас. Вот мы же должны... А район до сих пор Ленинский. Конечно. Мы же должны жить все лучше и лучше. Я подумал, столько лет прошло. 50. Да, так, в названии карма. 50 лет прошло, а там все хуже и хуже. Он просто весь зарастает. Этот плановый поселок, и там руководитель, значит, глава Ленинского района, они решили открыть один из скверов, назвать Светлое прошлое. И там стоит памятник Ленину и другие скульптуры. Я говорю, нет, давайте Ленина меняйте на Мичурина или на Павлова хотя бы, но про Ленина уже столько узнали, что я не согласен. А вот заложено, на ваш взгляд, в названиях что-то такое, что мешает э, улучшать жизнь? Ленинградская область, Ленинский район? Ну, наверное, когда вот мы заживем получше... Свердловская и, область. Да, и не потребуется столько денег, чтобы изменить название, то, наверное, э, исправят. Челябинск же богатый край. Урал. Я вообще против того, чтобы менять название, но ведь это при Советском Союзе было поголовно, то есть взяли и все поменяли. Поэтому несколько раз где-то отматывают назад, где-то нет. Это цена вопроса. И до тех пор, пока люди живут очень плохо большинство, то лучше эти деньги все-таки отдать учителям и преподавателям. Кто же им отдаст? Ну. Хотелось бы, я вот как дятел все время стучу в это, что наша национальная идея — это образование и воспитание. Даже воспитание, прежде mm -hmm. всего. И абсолютно понятно, что лучшие люди нашего общества и вашего должны, и должны воспитывать подрастающее поколение. Получать за это достойнейшую зарплату, в разы превышающую, пройти кастинг большой. Кто будет проводить кастинг? Есть потрясающие преподаватели есть Казинник, Ямбург, есть просто это школы, они должны воспитывать преподавателей. К ним нужно прислушиваться, потому что они сами доказали своей работой, что они умеют это делать. Известные ваши земляки челябинцы вместе собираются когда-нибудь? Есть братство земляков челябинцев? Мне кажется, это провокационный вопрос. Вы, наверное, знаете. Нет. Дело в том, что 10 лет назад я подумал, хорошо бы собраться, вот, чтобы Ариэль, Сергей Макаров с братьями... как да. Да. И как бы мы... Бабинова оттуда по Да, мы да. бы собрались э, все вместе и такие вот... Как зубляки, здорово, да. что вместе мы. И я просто не ожидал, что эта затея выльется в такую премию «Светлое прошлое», которая происходит в Челябинске. Вот уже 10 лет, в этом году будет юбилейная премия. И таких людей нашлось уже около ста. То есть я не подозревал, что у нас Лидия Скобликова, О. Белза, Масляков, Пороховщиков, Юрий Гальцев, э, уже, я не говорю про героев Советского Союза, э, и Советского Союза, и России, космонавтов. То есть э, таких людей, великих просто людей, э, начиная с Эрнста Неизвестного, который нам сделал саму статуэтку, потому что у него папа и мама жили в Челябинской области. Замечательно. А потом он рядышком Свердловской. Вот. И я кроме как радиации не могу этого объяснить. Потому что, ну как, столько... И они не кончаются там, Гамова. А приезжают им вручать премию тоже разные люди. Например, Михаил Михайлович Жванецкий с удовольствием согласился вручить Гамовой. Это просто по картинке красиво. Когда он... Вот. И, например, Сергею Плотову вручал премию Геннадий Хазанов, потому что Плотов для него пишет. И очень многие, и Макаревич, и кто только у нас не был на вру... вручантами в этой премии. Гальцев пел вашу песню про девочек из Садки? Да, конечно. Он и поет ее. Они с Харатьяном попросили меня чтобы я им дал песни. Они говорят, только вот песни какие которые никто не поет. Я говорю, вот эти никто не поет и петь не будет. А Песня Поэтому... Песни замечательные, кстати. Поэтому, <свят> а говорим, вы можете петь смело. Я а, не случайно сказал про вдохновение. Я не верю, что ваши песни можно вот просто сесть за стол и тупо сложить рифму к рифме, строка к строке. А можно и не тупо? Можно и не тупо, но тем не менее не верю. Я думаю, что все это вот оттуда приходит. Контакт прямо идет вы ощущаете этот контакт как да происходит но, но тем не менее сесть к столу и сложить надо э, все равно надо и это большой, большая проблема всегда посадить себя за стол то есть вы ленивый хожу кругами нет просто я не знаю как это делается каждый раз я не знаю как это делается вот э, а как вот сейчас сергей манукиан такой потрясающий пианист и композитор джазовый он дал мне пять мелодий. У нас получилась одна ночная прогулка, которую исполняет Ирина Богушевская. песня. И вот он мне дал пять мелодий, и я должен решить, про что они, и написать песни. Это потрясающая задача, достичь гармонии. И ты должен вслушаться и понять, о, о чем это. И, кстати, один композитор написал мне недавно песню. Красивая мелодия, но она настолько легкая, что я понимаю, что туда невозможно ничего вложить. Она вот такая легкая. Я так, так думаю, что надо просто оставить инструментал, потому что любые слова они ее не украсят. Бессмысленные. Украшают. Да. И именно поэтому, может быть, когда ты хочешь сказать что-то серьезное, то приходится на три четверти вбивать в простой квартоквинтовый круг как я сказал. Но тем не менее, ну такие песни, я не знаю, как «Небесный калькулятор». Как механизм, как она появляется, как рождается эта песня? Ой, ну это же не просто о цветочках. Я рассказывать, уже много раз это было, а дело в том, что действительно как-то там открывается сверху как раз шторка да именно небесный калькулятор перед этим я когда я был в южной африке мы приехали, и у меня просто было такое ощущение, ну, какое-то зимой мы вдруг приехали, это было лет 20 назад, и чувства меня переполняли, какие-то строчки пошли, я стал что-то записывать, а мне говорят, давай, там уже шашлык, там уже этот ранчо, значит... Пончо. Пончо, хозяин. Тут. Потом я, я думаю, ну, завтра сяду с утра и напишу. Ушло. Да? Конечно. И утром я понял, что нельзя. Несколько раз я отказывался от каких-то мероприятий, от каких-то там прогулок, от чего-то. И э, оказывался прав. В результате появлялись какие-то более-менее стоящие песни. И вот как раз... Небесный, небесный калькулятор. калькулятор. Да, я просто ощутил это, что я сидел вот так вот и что-то мучился, мучился, мучил, вымучивал, что-то писал, что-то как-то. Вот, и вдруг, и понимаешь, что это никак не может, они не складываются слова, это, это невозможно это сложить. И это было, наверное, секунд сорок. На секунд сорок приоткрылась занавеска, угу. и ты записал какую-то там, вот какую-то соль, и потом ты можешь по-разному ее дописать. Но оно уже есть, оно уже есть. В основе песен для вас первично литература или мотив? Нет, я всегда говорил, даже не я говорил, а как же академик-то забыл его, один написал из Питера, что, в общем-то, песня – это сосуд, в котором три части. Значит, слова, музыка и исполнение. И они могут занимать разное процентное соотношение. Да, может, может вот столько быть слов, вот столько музыки, там и столько вот исполнения. Бывает, что вот музыка все прочее, а там вот и исполнение не очень, и слова какие-то, а музыка такая, что вбивается яблоки на снегу и все розовые и, на белое и, и все. ты... А бывает наоборот, когда музыки никакой, исполнение хрипатое и тоже голоса нет, угу. но такая соль, что... Это мы тоже помним все. Так вот, ни первое, ни второе, ни третье – это не главное. А главное – это гармония. Это то, чтобы вот этот сосуд был заполнен. Вот. Это может вот и первое, второе, и третье занимать вот столько места, а сам сосуд будет пустой. Что часто довольно-таки происходит? Вы начинаете со стихов, <связь> Или бывает нет, с музыки? Дело в том, что как раз вот война за гармонию, <связь> она происходит по-разному. Я могу, мне пришла строчка какая-то, и иногда вместе с музыкой, и я, значит, <связь> потом это вместе раз, с музыкой. развиваю. Иногда, как Манукян, есть музыка, и надо придумать, и, и, чтобы гармонично эти слова связались. И как бывает наоборот, да, вот я сейчас был довольно далеко, за океаном. И у меня сломалась гитара. И, и мне пришлось писать только тексты. А теперь я должен как-то сесть и написать музыку. Но в любом случае это... А что я так раз откровенничался? Очень интересно говорите. Скажите, пожалуйста, в любом случае это борьба за гармонию. Самые удачные ваши строки, вот на ваш взгляд какие? Не знаю. Вот меня очень радует, что э, подходят люди. Фраза начинается одинаково. Если бы вы написали только, только одну ага. песню и называют, и называют песни разные, здорово. Вот поэтому, здорово. если бы я, но вот я когда написал, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, еще тогда в семьдесят девятом году я подумал, а вдруг это будет вот э, пик, пик того, что ничего я лучше не напишу. И я уже и глубже, и Пытался. изящнее, много чего написал, уже больше 25 альбомов, да. Uh -huh. А все равно это вот простейшая песня, пробивающая своей искренностью, она такая неубиваемая как в Opal застояла. стояла. Знаете, у вас бывают совершенно сумасшедшие песни, на мой взгляд. Они, может, менее раскручены, их, может, менее знают, например, посвящение Визбору вот действительно если бы написали только эту песню я вам говорю на мой взгляд это просто рвущая душу песня вот как она родилась например не ну я в свое время рассказывал что эта песня посвящается не только Висбору, но и всем тем людям с которыми я хотел бы сходить в баню угу. но не удалось не довелось и так уж вышло больше что вышло не довелось да? не произойдет поэтому это и василий макарчу шукшину хотелось бы с ним сходить да Конечно, и Андрею Платонову угу. и всем моим любимым. И она написалась одновременно и музыка, и слова? Не помню, не помню. Когда э, умер Высоцкий, начались разговоры о кем же он был прежде всего. И вот многие поэты э, и Акуджава, в частности, и э, Роберт Рождественский говорили, что он прежде всего был поэтом. Вы кто прежде всего? Вы музыкант, вы артист или вы поэт? Для вас? А мне даже это не интересно. Мне гораздо неудобней, гораздо спокойней, не задумываться. Не думать об этом. Да. А вот Высоцкий, как раз, я считаю, что он поэт прежде всего потому, вот такое отличие поэтов, оно в том. Помимо там замечательных стихов, это может быть лучше, хуже, изящнее, отвратительнее, но э, все-таки, если человек знает правду, угу. он ее не может не сказать. Вот, вот, вот он знает уже то, Она что прет. он шашку достает угу. и ничего с собой поделать угу. не может, он угу. погибает, идет на баррикады и все. Вы знаете. Э... Для меня первостепенные все-таки стихи э, во многих моментах. И я просто вижу, как бережно вы относитесь к текстам. Вот многие поэты, так называемые поэты-песенники, есть показатель, если опубликовать их стихи, которые стали успешными песнями, у многих ничего не останется. То есть смотришь, это чистая графомания. У вас есть ответственность за каждое произнесенное со сцены слово. Я это понимаю, потому что ваши песни, прекрасные литературными текстами. Вы себя ощущаете вот большим поэтом? Я вижу, вы хмуритесь, вы видите, не, ну, скромный конечно, человек. Потому что, знаете, вот мне когда-то сказала, когда я ходил и показывал свои песни Розенбауму, Долиной, Дольскому, и говорил, а стоит мне писать, вот вы скажите, да? Во-первых, значит, ну, если ты не можешь сам определить, хорошо это, или плохо, то вообще, конечно, не стоит. А во-вторых, э, как сказала Долина, ты написал что-нибудь. Открой цвета его. Uh и должна быть какая-то -huh. система координат. И вот и все, что, собственно говоря, пытать кого-нибудь. Чьим мнением вы дорожите? Помимо того, что сами знаете, хорошо это или плохо. Вы о чем сейчас? О песнях. О песнях? Ну, наверное, да вот Но я, есть то, -то? то, что я вот сейчас говорил, ты должен сам определить, да? Потом ты все равно пишешь на максимуме того, что ты на сегодняшний день из себя представляешь. Вот тот же Булат Шалыча Кужава. Знаете, какой-то какой дзюдаист спросил Новиков: то ли Новиков у кого-то, то ли он у Новикова спросил. Какой-нибудь Бетанов или э, наши челябинские дзветаисты. Он спросил: что, вот что мне надо делать, чтобы стать чемпионом. И тот сказал: Ну, надо кроссы бегать, тебе выносливости не хватает. И тот, в общем-то, такой простой элементарный совет а он принес плоды. А, и э, когда я была сказал: Балашалочь что-то не пишется, что-то писалось, еще что-то не пишется. Он сказал: так бывает, пока читайте. Собственно говоря, Потрясающе. да. Собственно говоря, вот этот вот бесконечный процесс чтения, изучения истории, это теперь уже понятно, что я никогда э, здесь не приду ни к какому финалу, э, но это очень интересно становится с возрастом. И э, вот этот э, беда в том, что происходит э, разрыв с э, населением страны. Потому что э, некому петь. Чем глубже ты копаешь, и изящней, тем э, уже становится круг э, слушателей. И перестаньте копать. Да, и тут опять отмотаем назад, да, что воспитание и образование – это то, от чего мы могли бы получить лет через 20 хорошие плоды и иметь какое-то светлое будущее. Но э, пока на сегодняшний день мы думаем совсем о других вещах. Я не знаю, или актуален или современен сейчас Булат Шалович Куджава. Мне это, честно говоря, все равно для меня он абсолютно современен и очень магнетичен. Я его часто слушаю. Есть в его песнях то, что позволяет, что дает возможность жить, жить хорошо для себя, комфортно себя чувствовать. Вы Акуджаву слушаете сегодня? Ну, как-то я его больше слушаю в исполнении других. И в самом начале мне тоже гораздо больше нравилось, как поет Бичевская. Чем он? Акуджавов, да, чем он. Вот, потому что, ну, как-то я послушал, думаю, ну, не петь, не рисовать. И Булашалыч тоже, собственно говоря, подтвердил мне это мнение. Он сказал, что, Олег, я вам завидую. Вы знаете семь аккордов, а я только пять. Угу. Да, потому что, э, да, конечно, он не музыкант, конечно, прежде всего... Он стихи, литератор, какой-то. Но он прежде всего, мне кажется, камертон. Камертон как поэт, который не покривит душой, когда вот все тронулось и поехало, то все стали поворачиваться в его сторону. А он, вера, надежда, любовь... Он мощным человеком был вот, в общении или очень скромным. Не, ну для нас это был Бог просто. И вообще, конечно, это невероятное. Я только со временем осознал. Мы же все время думаем, что-то как-то не везет, что-то как-то нет никакого признания, никаких концертов. Как-то ты так делаешь и даже не ожидаешь, но все равно тайно так думаешь, что вот хорошо бы, чтобы там пришло побольше людей, чтобы как-то кому-то это тоже понравилось. Вот и э, мне вот сейчас даже непонятно эта встреча и его интерес ко мне, когда у меня было три песни простецких каких-то. И, э, ну правда, все, мы встречались и как бы вот совместный был такой концерт "Марш мира", когда все барды собрались, и поехали, мы там общались. А потом он написал письмо. Он посмотрел пере, передачу по телевидению, услышал какие-то песни, и написал письмо. Вы храните его? Конечно. Вот потом он написал еще одно, настаивал на встрече, и мы приехали к нему в Переделкино, и потом стали к нему приезжать, э, ну не каждую неделю, да, но стали приезжать и общаться. Ну что-то же разглядел, наверное. Не знаю, он раз что, что, что там можно было разглядеть. Или делать да? нечего было. Нет, как раз я понимал, что я ему не интересен. Там Такие люди у него на фотокартчиках над письменным столом, что его интерес ко мне был непонятен. И мы задавали какие-то дурацкие вопросы, он нам что-то рассказывал. Конечно, мы от него с Костей Тарасовым приезжали, что-то всегда наполнялись, такие одухотворенные уходили. Вот. А, и потом я подумал, надо как-то этот интерес подогреть и говорю... Булат Шалович, хотите, я вас познакомлю с Макаревичем? Он говорит, ну, хочу. Вот я позвонил Макаревичу, говорю, Андрей. Хочешь познакомиться да. с Акуджа? <связь> Давайте <связь> я с окружаю <связь> познакомлю. Они уже встречались где-то на концерте, как так издалека. Вот он откликнулся, мы приехали, провели прекрасный вечер. Потом еще один. Неплохая компания. Вот. Потом я сказал, Булат Шалович, а хотите, я вас познакомлю с Иващенко и Васильевым? Вот. Привез Иващенко и Васильев. Мы тоже несколько вечеров провели. В общем, вот так вот все продолжалось, и как-то мы задумали провести такой вечер, чтобы Никитина Макаревич приготовили плов, а потому что каждый из них говорит, что он делает это лучше, лучше всех. всех. Вот. А мы должны были быть членами жюри. Вот. Но так вот как-то не получилось. То один не мог, то другой не мог. Конечно, жалко, что вот безумно жалко, что уходят такие люди. И... Камертоны, да? Да, их все меньше и меньше. И вот недавно Петр Ефимович Тодоровский, потрясающий мой сосед, с которым мы встречались, он много рассказывал. Да, если перечислять... Замечательно вообще удивительно. Я взял у него интервью у него дома за месяц за его смерти На даче. На даче. Рядом со мной прибыли. Потрясающе. Какой какой замечательный человек, и как он рассказывал о войне и о голоде, как крыс ели. Да. Замечательный. И чем больше люди, тем меньше они о себе представляют, правда? Да. да. Ну, бывает и представляют. У какая песня для вас самая любимая? Дерзость или разговор перед боем. Вот как бы из того, что мы... Мы выучили очень много песен. Балашович нам предложил. Он в последнее время не хотел петь песни. Он говорит, я на вопросы отвечу, а петь не хочу. И говорит, ребята, давайте вы будете петь, а я на вопросы отвечать. Вот, и мы там где-то репетировали в болгарском посольстве, где-то в Москве, то на Таганке, мы хотели спектакль сделать, вот. И, э, ну вот из всех, конечно, для меня тогда было откровением эта песня, но освоив своего всегда попадет. Это, в общем-то, какая-то э, теневая сторона той пропаганды, которой мы были пропитаны и обдолбаны. Ну даже в чем-то она была, в чем-то она была правильной, потому что, скажем, вот моя песня в осеннем парке, угу. она произошла на волне вот такой долгой идеологической агитации или пропаганды именно о Великой Отечественной войне, потому что мы были все этим пропитаны, потому что там если кого-то назвать фашист это оскорбление mm, не конечно. придумаешь больше. Вот. С детства, всю детство и юность, много фильмов. Дионеры-герои, да, комсомольцы-герои. Все, все, да, много было э, лжи здесь тоже. Но все-таки э, вот у нас э, была победа в Великой Отечественной войне. Этого никто... Как, отнял, как, как может, были, были подвиги, да. Идея, идеология. Да. Вот. И поэтому, когда я написал «В осеннем парке», это, собственно, она и написалась-то. Как плод вот этого всего воспитания. И она и проникла в слушателей тогда и слушатели были готовы к этой песне. Да. Вот сейчас так получается, что все больше некому исполнять. Я даже не про себя говорю, а скажем там, про Ирину Богушевскую, да, у которой непростые тексты. Сильные, но непростые. И это не нужно, что самое печальное, телевидению, когда ты э, когда мы записали альбом на стихи Пушкина, и музыку написал Тухманов, и Марина Есипенко и м, Вениамин Смехов читали стихи, так взял, был, музыкальная композиция, и сняли клип на песню «Да здравствует музы». И нам сказ сказали на Первом канале, да вы что, сейчас у нас Евровидение, какой <свят> Пушкин, какие 210 лет. Ну, логично. Логично. Кто такой Пушкин? Вот это печально, конечно. Кто для вас в авторской песне авторитет номер один? Ну вот это журналистский такой заход. Всегда надо самое-самое и номер один. Да, а вдруг. вдруг? Вот когда был, когда был этот марш мира, когда собрались сельбарды mm -hmm. и мы выступили в разных городах и уже как-то много общались и, и что интересно, мы были, например, на в Елабуге, стояли у могилы. Марин Цветаевой. И вот я недавно прочитал, что Городницкий пишет, вот я был на могиле Цветаевой вместе с Булатом Акуджавой. И, и каждый, в общем-то, вспоминает так, что да, была Куджава и я. А там было у нас человек 10, по идее, бардов. И что-то ушел от ответа. Про есть ли кто-то номер один в авторской да. песне. И вот когда мы этим, этой компанией приехали в Москву и выступали в Лужниках, и нам выделили режиссера, вот, и режиссер как-то собрал нас и сказал, как-то вас надо, может быть, костюмы пошить одинаково, когда одеть... Вот и тут возмутился Юрий Алексеевич Кукин. Он сказал: "Как я всю жизнь выступаю в свитере, что я сейчас буду надевать там какой-то костюм?" И на самом деле это большая глупость. Как не только э, одеждой, но вообще каждый из этих людей угу. абсолютно штучный товар. Индивидуальный. Да, абсолютно он этим-то и интересен. Вот поэтому э, мне вообще поначалу нравились отдельные песни и стихотворения у разных ну не поначалу это и сейчас собственно говоря так просто э, такая какая-то по жизни ты даже сам в этом э, не участвуешь но судьба тебя сводит вот с юрием кукиным например мы просто э, у нас такая любовь морковь во первых мы оба закончили институт физкультуры спортсмены да во вторых значит ну что-то вот какая-то его такая беззлобность неосудительность в отношении других. Никто от него никогда не слышал плохого слова. Вот и человек потрясающий. Конечно, его очень не хватает. Но, собственно говоря, и Булат Шалч и молодое поколение вот сейчас и Иващенко Васильев, mm -hmm. и, ну, да, можно перечислять очень многих людей, с которыми бы я Хотел сказать, посидел в тюрьме бы. В одной камере было бы не скучно. Авторская песня как жанр? Умерла или жива еще? Ну вот Булашалович в свое время сказал, что авторская песня умерла. Так он сказал, отрезал. И, в общем-то, понятно, что умерла та авторская песня, о которой... Это вообще тут мир, о котором написал Аксенов в книге ⁇ Страсть ⁇ как же... Какая, какая страсть? В общем, последняя книжка Аксенова, которая вышла... Двухтомник, вы, наверное. Да, да, воспоминания нет? нет, нет да, не вышла уже после его смерти. А уже дочка ее выпускала. «Таинственная страсть» mm -hmm. она называется. И там описывается, как в Коктебеле вот эта компания, когда и Акуджава, и Высоцкий, и, и, Евтушенко. и Евтушенко, и Вознесенский, и Рождественский, конечно... Mm -hmm и Аксенов. И это была одна компания. Они с детьми там, гуляли под дождем там куда-то с острова на остров, переплывали. То есть это, это вот э, была атмосфера. Мы высказывали свое мнение как раз. Да, там был 68 год, описывается тоже Да, вторжение в Прагу. Да. И, э, конечно, этого уже нет. Но э, лирика и романтика – это бессмертны, поэтому э, все равно э, это у людей никогда не пропадет. Сергей Никитин, очень авторитетный для меня человек, то ли в шутку, то ли всерьез упрекнул вас в том, что вы опопсели. А, я, кстати, не знаю, или упрек это, потому что э, вы привлекаете много людей к себе, и это, за это нельзя упрекать. Что вы об этом думаете? Я думаю, что это мое мордовское счастье, что я нахожусь на таком уровне, когда в общем-то, много людей находится на таком же. Сергей Яковлевич, он пишет, собственно говоря, на высокую поэзию и знает в этом толк. И пишет не простой мотивчик какой-то, а пишет изящно, изысканно, по-новому. Он настоящий композитор. Вот. И я абсолютно с ним согласен, только абсолютно... я не чувствую здесь своей вины. Вот как бы как сказал Визбор, такая уж песня пришла. Ну, угу. я работаю. Вы и и, и Шалыч как раз вот он э, в этом отношении был э, более, наверное, дальновидней и более интеллигентен. Потому что он своими оценками э, нехвалебными, он меня подвигал к тому, чтобы работать над собой. Вот, поэтому Сергей Яковлевич, он воинствующий интеллигент, и это даже приближается к грани какого-то какой-то неправильности, мне кажется. Но вы на сцене всегда удовольствие получаете? Или иногда отбываете номер? Бывает такой, ну просто настроения нет, не выспались, куда-то ехать надо, зал не нравится, все что угодно может быть. Да нет, собственно говоря, в люб... однозначно можно сказать, что всегда, всегда хорошо. Потому что всегда это... Э, это же потрясающе. Телефон отключен. Да. Светло. Сухо. Тепло. Хорошие люди. Ты... У тебя нет, значит, вот какой-то программы или там спектакль, да, что ты сейчас должен войти в образ и что-то там. Не хочешь, не пой, посиди, поговори. Я иногда даже говорю, а давайте мы сейчас с вами на полчасика прикорнем. Сидим тихо в зале, да? Никто не позвонит. Так, я вам сейчас сосчитаю до 20, от 25 до 1. И мы с вами погрузимся в морфей. Но правда ни разу не получилось. Я сколько раз бывал на ваших концертах, вы часто зачитываете записки потрясающие, которые к вам приходят. Вы продолжаете их собирать? Конечно. конечно. Есть шедевры новые? Сейчас вышла вот уже третья книга, и раздел с записками он всегда новый, он всегда неожиданный, вот. Ну, я не знаю. Так на первое место сейчас подвигается эта записка, которая год назад мы просили вас написать песню о Вологде. На что вы ответили? Мол нужны яркие впечатления. Так вот я согласна. Но есть старые такие хиты, которые о которых тоже можно говорить. Но они, они всегда... Многие записки, они привязаны к конкретному концерту, к конкретному, допустим, там, выкрику или э, к предыдущей записке. Да? И это происходит такой вот экспромт. И это, к сожалению, нельзя потом написать как отдельное произведение. А входят только те записки, которые вот как отдельное произведение могут звучать. Например, спойте, пожалуйста, для меня песню а нет, для моего мужа песню «Тоска», а для меня «Поручик». И как-то вот сразу, или, например, спойте, пожалуйста, песню «Когда проходят дни запоя, у вас сильная энергетика, может быть, пройдут?» И добавление «ПС». И неутешительные выводы, если не пройдут у вас публика особенная она меняется вот вообще вы чувствуете что она как-то качественно меняется Вот э, тоже на эту тему записка я хожу на ваши концерты уже более 25 лет и вы знаете э, раньше впереди меня э, значит были какие-то прически шевелюры а сейчас одни лысики. Вот. Потом я как-то тоже говорил: говорю, что же это, какие-то толстые мордатые мужики стали подходить за автографом. Я говорю, раньше подходили девчонки как-то, а вы вам-то зачем это надо, вы что? Вот. И потом посмотрел в зеркало и понял, что это ровесники. Просто они меняются с возрастом. Ну, конечно, молодые люди тоже приходят, и этот процесс усугубляется, потому что когда подходит красивая девушка, я думаю, значит, она возьмет автограф либо для мужа, либо для мамы, но в последнее время это уже совсем нехорошо, берут автограф для бабушки, для, дед, для дедушки. Но они пришли на концерт, они, собственно говоря, послушали, может быть, кому-то понравится.